Сегодня мы присутствуем на открытой тренировке хоккейного клуба «Сарыарка». Это первая команда. Мы впервые пригласили зрителей, открытую тренировку проводим, которая мы показываем, в принципе, уже сформировавшую команду, тренерский состав, который мы пригласили. Ну, первое впечатление у меня, как у директора хоккейного клуба, очень благоприятное, работоспособные, известные тренера, хоккей видели и понимающие хоккей. Игроки тоже подобрались, а оставший костяк наш, неожиданно ушел, конечно, Эрик Шевченко, но мы не могли ему запретить, поскольку он все-таки уходил выше в континентальную хоккейную лигу. В целом команда такое обнадеживает, я думаю, мы не должны сдавать эти позиции. Второй существенный момент – это создание хоккейного клуба «Темиртау», который будет играть в «Темиртау». Там тоже команда собралась в этом году достаточно сильная. И вот у нас задача впервые в этом году, если ранее фарм-клуб только, будем так говорить, делегировал игроков в первую команду, то сейчас мы ставим перед двумя командами задачи занимать призовые места. И первоначальное попадание в плей-офф, затем призовую тройку. Я хочу пожелать, во-первых, болельщикам, чтобы они сегодня, увидев на открытой тренировке команду, тоже пожелали, как и мы все, удачных игр, побед. И всех ждем на наших ледовых площадках. Мы готовим для вас сюрпризы. Начнется сезон, вы увидите. Абонементы мы уже продаем. Приходите, ждем вас. И в Темиртау, и в Караганде.